Впечатления от учебы самые яркие. Студенческая жизнь – это прежде всего друзья, друзья-студенты. Это защита каких-то контрольных работ, защита РГРов. Это может быть экзамены. Наверное, да, это достаточно яркие впечатления, когда идет сессия. Все готовятся, потом достаточно бурно отмечают это мероприятие. Достаточно ярким впечатлением является это работа в стройотрядах «Энергия». Также с друзьями, где достаточно упорно трудились на благо Кировской области. Работа с Вятским государственным университетом, а по-старому с нашим политехом между Кировэнерго настроена уже давным-давно. Основная масса инженерно-технических работников, которые работают в Кировэнерго, это выпускники нашего государственного университета. Если говорить цифрами, то это более 30% всех работников Кировэнерго – это выпускники политеха. А если говорим только про инженерно-технических работников, то это более 50% всех ИТРов, то есть всего инженерного состава Кировэнерго – это выпускники нашего политеха. Поэтому работа тесная, плодотворная, успешная. Безусловно, Вятский государственный университет развивается. Это видно по развитию учебной базы, по крайней мере. Это новые корпуса, там где-то вот я учился, они еще только строились. Сейчас эта учебная база уже есть. Это видно по тем студентам, которые приходят, инженеры, которые приходят к нам работать. Достойные выпускники нашего Вятского государственного университета. Ведется работа. Мы организовали конкурс дипломных работ, лучших студентов мы отмечаем и стараемся этих лучших студентов брать себе на работу. Конечно, уровень образования многих и многих растет. Между Федерацией энергии и Вятским государственным университетом подписано соглашение о сотрудничестве. И основной тренировочной базой мы считаем спортивные залы Вятского государственного университета. Это сотрудничество началось 4 года назад, успешно продолжается. Достаточно много студентов тренируются в наших рядах. Со многими преподавателями родного электротехнического факультета мы общаемся и в нерабочее время. По крайней мере, каждое воскресенье играем в волейбол. Но я бы хотел отметить, наверное, особое отношение к студентам, к факультету бывшего нашего декана Давида Львовича Шварцблата. Мы только поступили на первый курс, абсолютно случайная встреча в коридоре. Мы идем с другом по коридору, навстречу идет декан электротехнического факультета Давид Львович. Спрашивает: ребята, что повесили головы? Мы говорим: Давид Львович, нам сдавать физику, мы чего-то там не понимаем. И будучи деканом факультета, он нас взял за руку, привел к себе в деканат, посадил рядом, объяснил все задачки, спросил: ребят, как получается? Получается. Мы экзамен сдали успешно. Я учился по направлению от иранских электрических сетей. Я пришел в родные иранские электрические сети. Начал свой рабочий путь мастером иранского РЭС. За 22 года работы стал директором Кировэнерго. Преподавательскому составу я хотел бы пожелать упорных, благодарных студентов. Нашему политеху движение вперед.